Картины, написанные в разных стилях, поделки из глины, аппликации из шерсти, изделия из дерева, теста, бумаги. Все эти работы были представлены на конкурсе «Рождественская звезда» в Захарово. Выставка по праву может считаться одной из самых масштабных по православной тематике в стране. Мысль этой выставки рождественская, она заключается в доброте и любви. Любви Господу Богу, любви друг к другу. И если вы внимательно посмотрите на работы, которые здесь представлены, то вы увидите это тепло и эту любовь. Сейчас собраны работы со всего округа. И я знаю, что еще многие хотят в нем участвовать. И каждый год больше 1000 работ. И я очень рада тому, что этот конкурс поддерживается и главой округа, и депутатским корпусом. Мы вот здесь встречаемся, друг друга видим, и много подарков для детей. Вы знаете, я думаю, что мы от этого выигрываем все вместе. Софии 13 лет. Она рисует с детства, но в художественную студию ходит всего 2,5 года. На выставке «Рождественская звезда» ее работа была удостоена приза главы Одинцовского округа. Мы появляемся на свет благодаря тому, что детей награждает ребенком все Бог. И я решила его изобразить, как он держит ребенка в своей колыбели. И поэтому назвала картину «Небесной колыбели». Не передать эмоции положительные. 20-й год начался, год юбилейный, год 17-летия этой выставки, год совершенства этой выставки. Поэтому очень много гостей. А вот призер из Звенигорода Аня Дементьева удивила гостей выставки своей необычной работой. Керамическая шкатулка шарообразной формы с фигурами ангелов привлекает внимание. Такое постоянное участие, ну, конечно, мы испытываем трудности с рождением новых идей, но, тем не менее, они появляются. Это, конечно же, наш общий синтез такой, и дети вкладывают свою лепту, и я что-то им подсказываю. Но самое главное – это идея ребенка, которую я помогаю ему развить. Конкурс проходит при поддержке Одинцовского благочиния. В этом году сразу несколько участников удостоились премии Гран-при. С каждым годом растет не только количество работ, но и, конечно же, растет их качество. И мы действительно каждый раз восхищаемся умением, восхищаемся учителями, которые подготовили своих учеников, восхищаемся и теми учениками, которые делают такие прекрасные работы. Действительно, в каждой работе есть сердце, в каждой работе есть душа. Комитет по культуре выступил с инициативой добавить в положение конкурса новую номинацию «Семейное творчество». Здесь оценивался коллективный труд. Мы видим, что наши воспитанники и наставники в Одинцовском городском округе работают в очень разных техниках. Представляют очень разные виды декоративно-прикладного искусства. И те, которые нам казались забытыми, и те, которые сейчас считаются новаторскими. Для нас, как для организаторов, это самое важное – увидеть, насколько развивается изобразительное и декоративное прикладное искусство в Одинцовском городском округе. Жизнь тебе благо с полниками стружит, но все-таки, может, поможешь прохожей хоть копеечку. Анатолий Смертин – молодой артист, выступает на разных концертных площадках в Захарово с особенным трепетом. Это все-таки творчество, и музыка, и живопись, и рукоделие – это все творчество, поэтому оно как бы вместе сосуществует. Председателем жюри в этом году впервые стал главный архитектор округа. Кирилл Завражин пообещал для всех участников конкурса провести творческие встречи с известными художниками и архитекторами страны. Размышления детей, их творчество на тему Рождества. Очень важный семейный праздник, очень теплый семейный праздник. Мы также видим сближение детей и родителей. Дело в том, что через творчество происходит совершенно другой язык общения, коммуникации между членами семьи, между детьми и родителями, между поколениями. Итоги выставки подведены, награды вручены. Но отдыхать юным художникам не придется. Впереди много работы. По традиции весной откроется прием работ на конкурс «Пасхальный свет и радость». Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».